Привет всем! Привет всем! Вы на канале? Лизик. И что Лиза сегодня будет делать? Ням-ням, ой. Аккуратненько. Ням-ням. А что это такое? Это... Расскажи, что это у тебя такое? Я. Что это у тебя за полушар такой? Я. Вот тарелки. Лиза. Это какао. Это какао такое? Да. Так обычно какао в чашечку наливают. Оно что, застыло? Нет. А что это такое тогда? Это какао пироженки. Пироженка. Это что, принцесса Эльза его кушает? Да. Понятно. Так давай пробуй. Пробуй. Вкусные? Ага. Так покажи, что оно вкусное. А много раз покажи. Вау. А что внутри пирожного? Так руку убери, не видно. Там желтое что-то. Как мама говорила, там лимон, наверное, да? Лимон. Лимончик. А шоколадное что это? Кофе. Кофе? Да. Нет, какао. А, какао. Понятно. А ты чаек пьешь? Это компотик. А, это компотик. Мама, а ведь это не компотик, да? Угу. Пей, значит, пей. Лизик, а что ты хочешь передать деткам? Хочу деткам. Ага, идти пить, ага, пирожные, идти пить. А, ты желаешь всем деткам кушать такие вкусные пирожные, да? Угу. И желаешь им всем приятного аппетита. Да. Правильно? Муа! Ю-ю! А давай передадим бабушке Любе привет и дедушке Саше. Давай? Бабушка Люба, дедушка Саша. Алло, привет! Улыбнись. Пока. Класс.